Анонс первый по 15 серии третьего сезона сериала «Бим» в первой серии «Макар». Его коллеги и Бим переезжают в Новороссийск. Не успевают они толком обустроиться, как полицейских вызывают на место преступления. Убит владелец строительной компании, дайвер-любитель Игорь Крутов. Во второй серии дело по убийству Крутова кажется практически раскрытым, однако ситуация складывается не так, как хотелось бы Макару. Он все больше увлекается Яной, а Леха и Инга переживают собственную романтическую драму. У них теперь отношения на расстоянии. Третьей серии на улицах Новороссийска. Очередной труп. Изначально дело кажется очевидным, но довольно скоро в нем обнаруживаются неожиданные детали. В четвертой серии Бим влюбляется в собаку, которую встречает на задании. Однако обычное знакомство оборачивается трагически, когда владелец собаки умирает. Причины кажутся естественными, но не для Макара. Вскоре к одному трупу добавляется и второй. В пятой серии Макар выходит на след преступника. И оказывается, что полицейский имеет дело с целой группой. Похищенный Артем, сын соседки Георгия Ивановича Марины. Теперь Макар расследует заодно и похищение. В шестой серии убита хозяйка центра красоты. Труп находит Элин, жена Боброва. Среди подозреваемых самые разные люди, включая экоактивистов и конкурентов по бизнесу. В седьмой серии с помощью Бима Макару предстоит накрыть банду отравителей и вернуть порядок и спокойствие на улице Новороссийска. В восьмой серии Макар берется за очередное расследование. На этот раз он сам становится свидетелем преступления. Все происходит в конном клубе, где собрались представители местной элиты. Девятой серии. У Макара на столе висяк дело о пропавшей месяц назад девушке, по которому нет вообще никакой информации. В десятой серии новое расследование становится личным для Жура, ведь он сам оказывается жертвой мошенников. Макару и Биму предстоит не только добиться правосудия, но и помочь другу. В одиннадцатой серии Элину кидают на деньги, поэтому поимка преступников становится для всего отделения делом чести. Под подозрением оказывается старый московский, знакомый Макара. 12 серии. Боброву предстоит встреча одноклассников, перед которой он сильно нервничает. У Макара и остальных очередной труп. Бим и Макар отправляются в элитный ресторан, где жертвой убийства оказался один из лучших шеф-поваров города. 13 серии. И из морга пропадает труп. Тем временем Элина узнает, что ее подругу шантажирует бывший любовник. Она решается помочь и привлекает для этого мужа и Катю. 14 серии. В отделении приходит полупьяный рыбак и утверждает, что его лучшего друга утащила в море русалка. Эту информацию, кажущуюся бредом алкоголик, подтверждают и другие свидетели. Макар выходит на охоту за преступником. 15 серии. На диком пляже обнаружен труп без документов. Единственная наводка – татуировки, указывающие на криминальное прошлое. Расследование выводит Макара и Бима на компанию дрифтеров и одного из врагов Боброва. Посмотреть с 1 по 15 серию вы сможете с 12 по 19 января на телеканале НТВ. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.